Всем привет! Я Михаил Гензелев, и это программа «Точка принятия». В этом формате мы поднимаем важные для общества вопросы и выслушиваем два диаметрально противоположных мнения от экспертов, чтобы в конце сформировать свою собственную позицию. Бодипозитив – одно из наиболее популярных и обсуждаемых явлений современности. С одной стороны, общество пришло к тому, что уважительного отношения заслуживает каждый человек, а ущемления, связанные с особенностями тела, являются пережитками прошлого. С другой стороны, все больше радикально настроенных людей прикрываются идеями бодипозитива, не желая менять жизнь к лучшему и решать свои проблемы. Постараемся более детально разобраться, что же такое бодипозитив. Наши эксперты сегодня – плюс-сайз-модель и боди-активист Диана Финансова. И телеведущая, блогер Алена Водонаева. Наш специально приглашенный гость для этого выпуска – актриса Лика Маркелова. В качестве специального гостя мы всегда зовем человека без четко сформулированной позиции по теме программы. И в конце выпуска именно Лика, как изначально незаинтересованное лицо, определит победителя того, чьи доводы окажутся для нее более весомыми. Ну что же, мы начинаем первый раунд. Огромное количество диванных критиков ежедневно спорят в социальных сетях на тему нестандартной внешности. Одни советуют пойти к врачу, другие – пойти куда подальше со своими советами. Кто же прав? Возможно, узнаем сегодня. Итак, у каждого из наших экспертов будет время на то, чтобы высказаться на тему программы с определенной точки зрения, после чего другой эксперт сможет ее оспорить. Итак, начнет сегодня Диана Финансова. Прошу вас. Всем здравствуйте. Бодипозитив – это движение, которое пропагандирует позитивное отношение к своему телу и любовь к себе, независимо от природных и приобретенных особенностей. Также это умение принимать и других людей в обществе тоже. Смысл в том, что главное – полюбить и принять себя такую, какая ты есть на данный момент времени. Если ты хочешь похудеть, тебе не обязательно для этого ненавидеть свое тело и худеть. Нет, ты прими себя, пойми, что это твое тело, и если ты сейчас будешь худеть нерациональным образом, будешь потом получать последствия. Бодипозитив против дискриминации людей. Это движение придумали в 1996 году активистка Кони Собчак и психотерапевт Элизабет Скотт как свободу от общественного мнения. И хочется сказать, что положительное отношение к своему телу, наоборот, мотивирует к здоровому образу жизни. Но мне кажется, что вот это движение бодипозитива, оно очень исказило, особенно в последнее время, ситуацию, когда вот за ширмой принятия себя и любви к себе, которая, безусловно, должна быть, лень, оправдывают свою лень. И когда я вижу, например, как пухленькая, прям очень пухленькая женщина идет по улице и кормит своего маленького ребенка какой-нибудь сосиской, там, хот-догом или бургером, я же не подойду, не скажу, что ж ты делаешь, но в голове в своей я такое говорю. Я понимаю, что культура питания в любом случае, она должна с самого детства закладываться в людей, для того, чтобы потом человек не сталкивался со сложностями, с какими-то в школе. Нас и так дразнят, что уши торчат, нос большой, там, ноги короткие или ноги у кого-то колесом, там, как у Кристины Агилеры. Хотя для меня это скорее достоинство, чем недостаток. Как-то я не обращал внимания. У нее очень сексуальные ноги, но они такие кругленькие. Но действительно, людей, которые имеют излишний вес, их дразнят очень серьезно, их шеймят. И более того, лишний вес, он всегда ведет за собой проблемы с кожей, проблемы с суставами, с другими органами. И это нельзя игнорировать. И мне, например, очень не нравится, что все ленивые люди, они поголовно прикрываются бодипозитивом. Когда ты себе все позволяешь, когда ты считаешь, что «ай, ладно, потом сяду на диету». Вот я, например, недавно была в одном проекте, извиняюсь, так, ответвление, где нас не кормили. И я приехала сейчас в Москву, и я месяц жру, как свинья просто. И я себя сейчас считаю
очень жирный. То есть для меня этот вес, да, Диан, для меня этот вес сейчас на мне, вот я специально в одежде оверсайз, чтобы не видно было моих жиров, то есть это очень некомфортно. Я чувствую, как у меня появилась одышка, я чувствую нагрузку на колени. Мне не нравится, мне некомфортно в таком теле, поэтому я понимаю, что ну не может нам, женщинам, быть комфортно в супер излишнем весе, и они кричат вот еще о том, что... А может быть комфортно в супер излишнем весе? Да, может быть комфортно. Сейчас я хочу рассказать про то, когда вы видели, что женщина, ну, пышная, идет и кормит своего ребенка сосиской. Возможно, как сказать, такой подход, когда в детстве ты запрещаешь всю ребенку, вот если ты запрещаешь ему абсолютно, нужно правильно питаться, и ты прям контролирующая мать, тебе только это можно. А ребенок приходит в школу или в детском садике и говорит, ой, а там Петя ел чипсики. А она говорит, нет, тебе это нельзя. Потом, спустя время, ребенка так может понести, потому что он этого никогда не пробовал. Мне кажется, все должно быть в меру. В любом случае, как бы ребенок должен понимать, что есть такая пища, но именно как-то подсознательно давать приоритет здоровой пищи, но и не запрещать, допустим, есть там сосиски в тесте, гамбургер. Понятное дело, что это, ну, не нужно делать часто. А нужно, я считаю, и я так делаю, я так живу, правильно питаюсь, да, как бы лишний вес у меня есть там по своим каким-то причинам, но все равно а я... по каким, Диан, если не секрет? Вы много едите, извиняюсь нет, за я изначально была стройная, но мне казалось... Я это вижу по вашим рукам, да. Что вы от природы есть, очень научите тонкая. Научите меня это тоже но определять. Да, у Дианы очень красивые тонкие пальцы, как это называется? Я изначально родилась стройным ребенком. Но я всегда была крупная, именно повыше. И все мои подружки были такие маленькие, худенькие, ниже меня ростом. И я как бы больше их была. Я на них смотрела и думаю, ну, значит, я толстая. Я же не думала, что это я просто крупная. Это я сейчас понимаю. И вот просто с маленького возраста я все худела, худела, худела и худела. У меня появились панические атаки, вегетосудистая дистония, гормональный сбой. И я стала... Я, короче, сидела на диете и на спорте, но я стала поправляться. И меня это очень сильно угнетало, потому что мне все говорили, Диана, ты что-то так поправилась, а я, да, а я еще оправдываюсь. Да, я поправилась, потому что вот я не знаю, что со мной происходит, я хожу по врачам, и вот как раз полные люди, они как раз постоянно оправдываются, 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 это тоже делать нельзя. И я поняла, все, я больше не буду называть себя жирной внутри себя, я больше не буду так с собой поступать, я начну любить себя. И, понятное дело, это не просто так пришло, типа, о, все, сегодня я себя полюбила и иду. Нет, это очень длительный процесс, это очень много времени прошло, чтобы я поистине себя полюбила и приняла. И хочется... Это достойно аплодисментов, безусловно. Ален, можно перейти к вашему тезису, да. Чтобы мы могли его, может быть, оспорить? Я надеюсь, мы найдем к чему придраться. Ну, как я уже сказала, меня очень смущает, что в последнее время поголовно за ширмой бодипозитива прячутся ленивые люди. Я, например, и сейчас, и в принципе живу так, что я не позволяю себе себя любить, когда я собой недовольна. Мне кажется, что вот это недовольство, самокритика и стремление быть лучше во всем, в образовании, в красоте, и в том числе и в весе, в фигуре, критика, она позволяет тебе держать, ну, позволяет мне держать себя в руках. Для меня очень важна самодисциплина, дисциплина в принципе, культура питания, и я, например, не могу себя не ненавидеть, когда я ем десерт. Вот я вчера съела десерт, тирамису, на Красной площади. Да? Ненависть до сих пор. Я еще сфоткала его, и сегодня утром, когда смотрела фотографии у себя в телефоне, думаю, черт, он был такой огромный. И я о нем постоянно думаю сейчас, потому что я понимаю, что это поможет мне в будущем, сейчас уже вот там через неделю, через две, действительно наступить себе на горло, сесть на овощи. Для меня, например, люди, которые расслаблены и с похотью относятся к еде, они приравниваются к алкоголизму, к наркомании. То есть я не разделяю вот этих понятий. Вообще это все, конечно, еще с Запада идет, вот это вот такое течение толерантности. Оно у них во всем. Конечно, я в чем-то толерантна, но в плане здоровья я толерантной быть не могу ни по отношению к себе, ни по отношению к другим. Поэтому мне не нравится, когда Cosmopolitan ставит на обложку не просто модель плюс сайз. Модель плюс сайз — это... как же ее зовут? Эшли. Эшли Грамм. Красивая, да. Модель плюс сайз — это Эшли Грамм. Красивая сексуальная женщина. Она
из спортзала не вылезает для того, чтобы ее тело было подтянуто и без целлюлита. Да, окей, но Cosmopolitan ставит на обложку Tess Holliday, по-моему. То есть там видно, что человек нездоровый. Ей срочно нужно просто ложиться, я не знаю, куда-нибудь в больницу, на реабилитацию, заниматься сосудами, заниматься телом, коленями, локтями, всем на свете. И это все еще демонстрируется миру, понимаете? И люди, кто-то смотрит, девчонки молодые, смотрят на это и думают, о, раз здесь вот эта женщина, которая весит 250 килограмм на глаз, на мой глаз, то есть на обложке Cosmo, значит, надо есть. Наверну-ка я блинов хорошенечко. Да я за вас возражу, потому что до этого глянцевые журналы лет 50, наверное, говорили девочкам всего мира, будьте как Барби, страдайте булимией, идите свой завтрак в школьный туалет, отправляйте обратно. Это другая крайность. Все решили просто расслабиться в определенный момент. Нет, смысл в том, почему Cosmopolitan ставит такую крупную девушку на обложку. И это сделано для того, чтобы вот эти люди, которые полные, они смотрели на обложку и думали, ничего себе, так я такая же, как она, а она себя смогла полюбить, значит, и я себя смогу полюбить. Тесс Холлидей, она хоть и крупная, но она ходит в спортзал. И они на нее подписываются, смотрят и тоже начинают ходить в спортзал. Вот есть несколько категорий людей, которые с лишним весом. И первая категория, да, они действительно много кушают. Вот она, возможно, там наела еще плюс гормональные сбои. Но это не от внутренней гармонии, а именно от внутренней пустоты и от какой-то ненависти к себе. Почему люди начинают много кушать. Даже вот вы сказали, что они не покушали на площадке, и потом вы целую неделю ели. Это получается все равно какая-то психологическая тема. Просто вот худые... Ну да, расстройство пищевого поведения. Да, расстройство пищевого поведения. И худой человек, в основном, когда он набирает чуть-чуть, там 3 килограмма, это уже много, и он, если будет правильно питаться, он сразу же сбросит. А когда ты уже там достиг определенной цифры на весах, то уже это не помогает, это уже проблема в голове. И нужно применять и подход психолога, спортзал тоже определенные только виды упражнений, и правильно питаться. Спасибо большое. Да, мы продолжим обсуждение, и я надеюсь, будем обсуждать, в том числе в сфере общественного восприятия той или иной модели поведения. Лика, скажите, пожалуйста, что вы услышали интересного, полезного? Как вы вообще относитесь к обозначенной нами проблеме? Ну, я как человек с неопределившейся позицией, не хочу никого обидеть, но вижу перед собой двух замечательных женщин, у которых свое мнение сформировалось по этому вопросу, исходя из комплексов. Одного комплекса и другого комплекса. Комплекса сначала вот из этих диет, от которых ты потом отказалась, Диана, и Алена, которая после тирамису очень долго приходит в себя. Ненавижу себя. Да, и здесь не эксперты для меня, а люди, которые сейчас говорят о своем опыте. И вот хочу сказать Алене, что вот меня оттолкнуло, это именно слово «целлюлит». Вот здесь как раз меня возмущает, возмущало и будет возмущать, что женщины сами себе создают проблемы, не любя целлюлит. А целлюлит, как бы он естественный у женщины, у ребенка, у грудного есть целлюлит. У меня поэтому... у мамы 60-летней его нет, потому что она не ест после 8 часов всю жизнь. Это застой лимфы, это правда неестественно. Нет, хорошо, мы, по-моему... А почему у мужчины нет целлюлита? У них другое строение, другой тип. Потому что у них другое строение. Вот надо принять уже, наконец, потому что женщине, мы гормональные существа, женщины, а мужчины на тестостероне. Это некрасиво или некрасиво. Зараза. Целлюлит у женщины – это данность. И, конечно, есть переходы в какую-то уже патологию. Но вот именно слово «целлюлит» для меня, как для человека, который тоже вот в этих рамках каких-то принятых норм красоты, так как я тоже публичный человек, для меня это убийственно просто. Целлюлит. Поэтому я говорю, что сейчас я не могу определиться, потому что я слышу просто двух людей, у которых на эту тему просто свои какие-то болячки. Лика, спасибо большое. Нас ждет второй раунд. Одна из фрейлин Екатерины II, будучи любовницей графа Орлова и считавшейся при дворе весьма красивой, за глаза потешалась над императрицей за ее внешность. Каково же было удивление этой фрейлины, когда новым фаворитом, то бишь любовником Екатерины, стал именно граф Орлов. «Мое тело, чье все-таки дело?» Продолжаем разбираться в теме бодипозитива. Очередные тезисы сейчас мы услышим, и возражения, безусловно,
Начнем в этот раз с Алены. Ну вот вы сказали про Екатерину, мою любимую, кстати, женщину. Это мой любимый правитель. Да, она, у меня даже ее портрет висит, я его заказала, его писали маслом. О-о-о. Настолько я люблю ее. Это была мощь, это была такая величина, что дело не во внешности, касаемо Екатерины. Действительно, она была далека от стандартов красоты, и, может быть, многие меня спросят, а кто эти стандарты придумал? Как бы мы на это не закрывали глаза и не бились в толерантных судорогах, стандарты все равно есть. Вот, например, модели 2000-х – это анорексия, это другая крайность. Женщины, которые были в прошлом, там, рубенцовские, да, женщины, они были очень пышные, и мода была такая. Но вспомните, золотой век модельного бизнеса начался именно тогда, когда в свет вышли модели 90-60-90. Высокие, стройные, подтянутые женщины, не худые, но и без лишнего веса. У них были грудь, попа, талия. Это те женщины, от которых, ну, то есть от которых вот у меня на них радуется глаз. И как бы мы к этому ни относились, и как бы мы, опять же, не играли в эту толерантность, все равно, знакомясь с человеком, ты встречаешь по одежке, ты смотришь на то, как человек выглядит. Я, например, вот глядя на вас, понимаю, что вы держите себя, вы ведете достаточно здоровый образ жизни, потому что вы привлекательны, у вас не висит лицо, у вас нет отеков там с похмелья, так скажем, у вас накачанная грудь, отличный, большие руки. И я скорее отличный ход, Алена, спасибо. И я познакомлюсь с... Отличный ход, это не ход, я цинично говорю о том, на каких мужчин я обращу внимание. Я не буду флиртовать с мужчиной с пивным пузиком, интересуясь его внутренним миром. Я лучше заинтересуюсь вашим внутренним миром. А с мужчиной с пивным пузиком миллиардером? Нечего, зверей пошел. Мне понравилось, что, во-первых, мы втянули все-таки мужчин тоже в тему бодипозитива, потому что мне интересно. Но сначала давайте про тезис Алены. Хочу сказать, что привлекательная женщина – это в первую очередь ухоженная женщина. И точно так же есть полные ухоженные, а есть худые неухоженные. И, возможно, будет какая-нибудь девушка такая худенькая, стройная, но у нее будут, ну, она будет неухожена. Там грязные волосы или какая-то, может, допустим, рваная одежда. Вы как же... у меня сегодня? Не, ну у вас модная рваная одежда. Неопрятность. Да, неопрятность, да. Вы бы подумали, что вау, какая классная. Вы бы тоже так не подумали, что она классная, потому что она неухоженная. И, допустим, есть полная девушка, которая ухоженная, и ты вот на нее смотришь и думаешь, да, она хорошо выглядит, почему бы с ней и не заговорить. И, допустим, когда-нибудь мы и подружимся, возможно. Вспомните, с кем знакомятся мужчины. То есть знакомятся мужчины на улицах больше со стройными девушками. Им уступают места в транспорте. Я лично была свидетелем многих таких ситуаций, когда там мы большой компанией девчонок, всегда мужчины подходят знакомиться к самым худеньким, кто в нашей компании. Я не соглашусь, потому что все-таки у мужчин есть разный вкус. Кто-то, ну, это правда существует, что мужчинам нравится кому-то пупышные дамы, кому-то худенькие дамы. Возможно, просто этому мужчине, когда подошел, ему понравились худенькие. А может быть, если бы там была бы, допустим, я в вашей компании, какой-нибудь другой бы мужчина был, он бы ко мне бы подошел. Но я образно говорю, что и ко мне тоже бывает знакомятся мужчины, и место мне в метро уступают. Я не знаю, я как бы не могу тут согласиться, потому что это все зависит именно от энергетики женщины. Понятное дело, если женщина будет даже полная или худая, но у нее будут потухшие глаза, и она будет там сама себя, вот, я такая страшная, некрасивая. Даже к худой девушке, которая будет себя гнобить, я такая страшная, некрасивая, у меня то-то, мужчина тоже не подойдет. Все-таки мужчины, они ведутся же на энергетику женщины, как она ведет себя в компании. Это... Я сам себе сейчас задаю ваши вопросы, и у меня нет однозначного ответа, потому что, в общем, да, и энергетику тоже, но, безусловно, внешность очень важна. Но внешность в сочетании с подходящей тебе энергетикой – это 100 из 100. Ну, вы знаете, даже если отбросить мужчин, вообще, почему мы заговорили о мужчинах, да? Сделали комплимент, и хватит. Мы женщины, нас много, мы живем в первую очередь для себя. Мы себя любим, мы реализовываемся, мы строим карьеры, воспитываем детей, развиваемся, занимаемся спортом и хотим быть лучше для самих себя в первую очередь. Все равно же существует какой-то стандарт красоты, который в каждую эпоху задается как... Картины пишут, вот, например, там
Так, стандарты меняются, но остаетесь вы, которая и хочет съесть это тирамису, и потом себя ненавидит. И что, что первично здесь? Что самое главное? Самое главное для меня любовь к себе, она все-таки проявляется, условно говоря, при отказе от тирамису. Потому что в этом я чувствую свой стержень, силу, любовь к себе, уважение к себе у меня будет больше, если я его не съем. Потому что я понимаю, что у меня здесь на боках ничего не отложено. И не будет целлюлита. Вернемся к этой животрепещущей теме. Можно мы к вашему следующему тезису перейдем? Да, вот как раз я хотела рассказать про модельный век. В конце 90-х появился культ худого тела. И обычные женщины, люди, которые никогда не задумывались, каков должен быть идеал тела, начали заниматься похудением. Но странным образом, подумаете вы, что с тех годов по нынешнее время процент людей с лишним весом увеличился до 30% населения Земли. На данный момент у нас 30% населения Земли с лишним весом. Хотя в те года, еще до этого культа, составлял всего 8% людей с лишним весом. А это еще при условии того, что в 80-х, 90-х 4-5 миллиардов людей было, а сейчас у нас почти 8 миллиардов. То есть не только в процентах, но еще и в количестве людей с лишним весом увеличилось. Хотя по статистике каждый третий человек в мире сидит на диете. И к чему мы пришли? Что появился культ, все стали худеть, заниматься похудением, и все стали еще толще. Потому что похудение – это все-таки масштабный такой бизнес, который приносит миллиарды. Нам же говорят, мы все зациклены на похудение, абсолютно каждый человек, ну, не каждый, каждый третий точно зациклен на похудение. Нам говорят, что нужно ходить в спортзалы, нужны такие определенные диеты. И мы это все покупаем. На эту удочку мы сели, и дальше вот так вот, ну, живем, развиваемся. У меня мама тоже взрослая, и она говорит, что я вспомню, как мы все раньше много ели, что она говорит, раньше в Советском Союзе мы так много ели, эти пироги постоянно пекли. И мы особо так не поправлялись, не было такого количества полных людей, как есть на данный момент. Все-таки вот этот культ похудения, когда у людей башню сносит, извините за выражение, он тоже влияет. Ну, лишний вес, он все-таки имеет огромное значение на весь организм. И прости, Диан, что перебиваю. Я вспомнила детство, я вспомнила застолья, которые были у нас в городе. Я родилась в Тюмени, я вот вспоминаю все застолья. Моя мама, она никогда не пила алкоголь и никогда не ела вот эту вредную жирную еду. И у меня сейчас прям, ты говоришь про правильное питание, а у меня вот эта картина, как мы все сидим, и женщины пьют водку, там, чьи-то жены, и там соседки в большой компании, и едят вот это сало, там, салаты накладывают себе, и моя мама сидит, клюет, как птичка, и она при этом всегда очень стройная, и до сих пор она стройная. Все-таки, ну, питание, оно же формирует, есть же такая поговорка, мы есть то, что мы едим. Смысл... Да? Нет, вы говорите про, ну, типа, идеально, как вот должен человек делать. Но, допустим, вот люди уже, которые... Вот что сделано, то сделано, это уже в прошлом. 30% населения людей с лишним весом. Что им дальше делать? Также себя угнетать? Нет, не нужно себя... Ну, дальше брать, себя... Брать себя в руки. Брать себя в руки, но не ненавидя себя. Вот, бодипозитив про то, что ты возьмешь себе в руки, ты, наоборот, когда полюбишь себя поистине, ты понимаешь, что так, я хочу, чтобы у меня никогда не болели суставы, там, мой позвоночник. И ты начинаешь работать над собой. Но это происходит на интуитивном уровне. Это происходит на интуитивном уровне, потому что ты сам берешь это и делаешь. Ну, слово ненавижу, я условно говорю, критика. Так или иначе, когда мы видим человека, который сбросил там 30 килограммов, мы говорим, какой ты молодец, как ты стал хорошо выглядеть. Если видим человека, набравшего 30 килограммов, ну, как-то что-то тебе надо, пора с собой сделать. Да. Почему так? И вот что есть бодипозитивно? Себя ненавидеть, держать в узде? Окей, хорошо, получаю удовольствие от того, что я дисциплинирован, мне это нравится. Или немножечко расслабиться и вспомнить о том, что жизнь, в общем-то, коротка и получать от нее удовольствие?
качество нашей жизни напрямую связано с нашим самочувствием, с нашим здоровьем, с нашей физической формой. Поэтому я хочу получать удовольствие от жизни и кайфовать именно в здоровом теле. То есть да, я могу сейчас себя полюбить, я склонна к полноте, это 100%. Я могу расслабиться, продолжать дальше есть, есть, есть. И себя что любить. С вами случится плохого? И что со мной плохого? Будет через полгода? Давайте что, встретимся, а что и будет плохого? Перед вами такая самка бегемота стоять счастливая и буду говорить, что я себя люблю. Но вот когда я вижу в зеркале вот этот предел свой, я его знаю, проходя мимо зеркала, я немножечко шокируюсь, плюс мне мама говорит, это что вообще такое? И тогда я понимаю, что все, моя кнопка «стоп», она нажата. Алена, Диана, спасибо большое. Мы продолжим в следующем раунде. И надеюсь, что бодипозитив – это не только про объемы тела, но и про какие-то еще особенности. Хочется услышать Лику. Я так понимаю, что сегодня у нас гость не совсем нейтральный, а гость все-таки с какой-то своей позиции. Если можно, вы сейчас до нас ее донесите. И, конечно, скажите, кто был ярче и интереснее для вас в этом раунде. Я могу сказать, что в этом раунде для меня однозначно выигрывает Диана, потому что она основывается на статистике и исследованиях. И вот это то, что я хочу услышать. У меня нету конкретной позиции. И я отчасти понимаю Алену, и, наверное, во мне тоже есть вот это, что я вот слышу, когда со стороны, что вы, ты, говорите, можно, ты, да. говоришь, по поводу того, что мужчина подойдет более к худой, он выберет. А если женщина от рождения не более худая, она уже какая-то не такая, и это сразу режет слух. Очень маленький процент рождается не худым. В основном мы все рождаемся плюс-минус одинаковыми. Ну, от 3 до 5 килограмм. Так и здесь и идет, где она никогда и не говорила о том, что надо быть толстым, если мы вообще говорим все время про вес, хотелось бы еще про другое тоже, чтобы вы поговорили. И еще, когда вы сказали, что ваша мама не пила водку и не ела сало, я думаю, что ваша мама очень многого себя лишала ради того, чтобы не быть целлюлитом. Нет, она, вообще, она счастливый аргумент. Человек. Ей просто... Все сидели, получали удовольствие, а мама клевала. Маме не нужна это шуба звучит, летом. Шуба летом не нужна. Это как-то обреченно. И, нет. И когда вы сказали, что ваша мама, когда вы чуть поправитесь, проходит и на вас как-то смотрит... Не смотрит, а говорит. Вам нужно обратить на это внимание. Не смотрит, возможно, а говорит. И я ей за это очень то, благодарна. Что вы сейчас ненавидите себя и не можете себе позволить тирамису. Мы продолжим в третьем раунде. Прогрессивное человечество шагает по пути эволюции к идее всеобщего равенства. Движение бодипозитива – это шаг вперед или шаг назад на этом пути? Продолжаем выяснять. Все-таки, как мне кажется, бодипозитив – это не только про лишний или недостаточный вес, но и про какие-то другие проявления телесности и приятия или неприятия. Вот что касается, например, я не знаю, бровей или иных волос и удаления их на тех или иных участках тела. Вот как к этому относится бодипозитив? Если человеку комфортно там, своими волосами, своими бровями, то пусть живет как хочет. Но самое главное, чтобы он не тыкал это каждому, он, смотрите, я там побрил или не побрил лицо. Да, главное, если тебя, грубо говоря, под мышкой лицо никто не тыкает, то ты можешь жить и жить. В этом ничего такого нет. Все-таки это же тело, нас так создала природа. Вот. Демонстрировать нормально это на обложках журнала? Нарочито, специально? Смотря насколько это будет поза специально постановочная. Все-таки специально постановочная. Но как это будет выглядеть, если это будет выглядеть, ой, я смотри, подняла подмышки, вот так вот грубо. Ну, фотография Мадонны, вот Мадонна, не Джулия Робертс, было, Эмили Ратаковски, многие публичные девушки даже на красной дорожке выходили. Но, нет, как, это, как кстати, касается не бодипозитива, это как раз касается феминизма. Радикального, да? Да, причем, да, наверное, это, чаще. Это касается феминизма. А где проходит грань? Просто нет, мне так вообще, удобно, вообще это вызов обществу, потому что у нас же патриархат все равно в мире в основном в большей части, поэтому феминистки, они борются с этим как раз, чтобы обратить внимание, это как инструмент, обращающий внимание к другим каким-то определенным проблемам, где у нас мужчины доминируют. А женщина нет. Ну вот для меня, например, это правда странная борьба. Я не вижу в этом ничего эстетичного в волосах под руками и на ногах у женщин. А со стороны публичных людей или просто людей, которые ведут свои странички в соцсетях, это привлечение внимания. Они понимают, что начнется холивар под этой фотографией, и им это выгодно, как пропиарить свою персону, где-то поспорить, где-то получить энергию от этого негатива. И
очень большой пласт на этом имеют маркетинговые истории, когда компании, которые продают бритвы, средства для бритья, ну, то есть вот эта вся история, она еще и связана с рекламными ходами. Закручивается. Ну, а вот является ли бодипозитивом внутренняя установка, кому какое собачье дело, как я вообще выгляжу? Да. Это бодипозитив? Это бодипозитив. Да? Да, мое тело, мое дело. Ну, это лозунг. Да, это лозунг. Мое тело, мое дело. И смысл в том, чтобы люди никогда тебе не тыкали. Ну, вот, допустим, если вы видите какие-то недостатки у человека, не нужно сразу об этом, особенно у незнакомого. Ну, все-таки для тебя это недостаток, волосатая махна под рукой? Вот скажи, нет. Ты сказала сейчас много недостатки. Сегодня новых определений. Нет, но, как сказать, ну, каждый относится там, кто-то там любит брить, кто-то не любит брить. Я как бы, что меня касается, я бреюсь. То есть мы, женщины, на самом деле, очень много времени и мучений переносим от ухода за собой. Там электроэпиляция, лазерная эпиляция, просто болючая эпиляция, когда тебе клок вот так вот выдирают. Но в этом и есть вот как раз смысл этого феминизма, что мужчине достаточно что сделать? Помыться, побриться, себя вкусно, ну, подушить, и он, в принципе, нормально, хорошо выглядит. Нет, недостаточно. Для меня, например, недостаточно. Мужчине важно держать себя, следить за своим питанием, за своей фигурой, держать себя в дисциплине, в тонусе. Нет, я говорю про в целом, что если, ну, про в целом у нас так идет, что не каждый же мужчина прям следит за собой. Диан, ну, прости, побритый мужской лобок выглядит гораздо эстетичнее, чем... Мама, я в программе, где обсуждают побритый мужской лобок. Ну, мужчина тоже должен за собой ухаживать. Это очень странно. Вот опять слово «должен», я слышал. Да-да-да, сейчас мы вернемся. Да. Скажите, пожалуйста, я вот решил смоделировать. Вот, допустим, есть у вас любимый, это важно, любимый молодой человек, любимый мужчина. И он как-то впрямую или намекает, что, ну, как бы все здорово, но неплохо бы тебе похудеть. Вот как вы отреагируете? Я начну худеть и брошу этого мужчину. Ну, да, вес. Но худеть начнете, да? Но худеть начну 100%. То есть для меня это будет вызов. Я не знаю, у меня просто муж, мы с ним вместе уже 12 лет, и он мне никогда ничего не говорил. Он просто... Мне кажется, воспитанный человек все равно не скажет, и он будет понимать, из-за чего там человек поправился. Там, возможно, гормоны. А если там, если кто-то начинает много есть, то, наверное, он запишет к психологу, почему... Ну, что случилось в твоей жизни? Давай поговорим, обсудим это. Возможно, тебе понадобится какая-то дополнительная психологическая помощь. Такие мужчины тоже должны это понимать. Если есть какие-то, да, спасибо за аплодисменты. Если у вас есть еще какие-то тезисы, которые мы могли бы озвучить и оспорить, было бы здорово. Ну вот, например, Лику очень задела история насчет моей мамы. Я сама являюсь мамой и могу вам сказать откровенно, что я приучаю своего ребенка к дисциплине. И когда я вижу, что у него пропал пресс и появилась пузико, хотя ему 11 лет, и это пузико, оно у меня тоже в 11 лет появлялось, когда там в лагерь съездили, наелись арбуза или чего-нибудь еще. Но, например, я приучаю своего ребенка к культуре питания. И иногда это бывает жестко, иногда это бывает через юмор. Никогда, конечно, не бывает это через какой-то там негатив, через оскорбление или что-то еще. Но для меня важно, чтобы мой сын посредством дисциплины в питании приучал себя и на будущее тоже в дисциплине, ну, то есть к дисциплине ко всему, к работе, к ответственности за себя и за свою семью. Потому что те вот сыночки, коробочки, корзиночки, которых мама целует в попу и приносит им все на блюдечке с голубой каемочкой, они потом вырастают инфантильными мальчиками, которые не могут брать ответственность за женщину, которые не знают, как вести себя в какой-то там ситуации стрессовой. У него, например, мы в разводе с его отцом, но я никогда не видела своего первого мужа, например, там, распустившимся. Он всегда себя очень держит, он всегда сдержан, интеллигентен, всегда развивается. У него там, я не знаю уже, какое по счету образование, он никогда не поправлялся. Ему 43 года, он всегда в одном и том же весе находится. На вас похож. Трудно отреагировать в ту или другую сторону. Это умеренность и контролирующая мама. Это, кстати, не всегда хорошо. Иногда это очень даже плохо влияет на,
ну, на ребенка. Вот, допустим, у меня мама тоже была относительно контролирующая, они заставляли меня есть гречку. Я вообще, я крупы с детства не люблю, ненавижу. И вот с этой гречкой, на, ешь гречку, она полезна. А я не могу ее есть, я просто не могу. Нет, она полезна, ты должна съесть эту гречку. И я гречку не ем до сих пор, слава богу, я даже чувствую запах, мне от нее воротит. Поэтому, когда слишком контролируешь, я когда читала книгу Лиз Бурбо, это французский психотерапевт, женщина, и она тоже как раз описывала эту ситуацию, что она была контролирующей мамой, она запрещала своему сыну кушать, ну, что-то вредное, и только всегда полезно она заставляла его кушать. И сын потом в какой-то период времени стал ее за это ненавидеть, но показывая это своим поведением, какими-то такими вещами. И она сделала вывод, что типа, что раз в месяц она брала своего сына и других детей, и они ехали в супермаркет. Чит-мил. Да, и они могли позволить себе все, что хотели. Ну, у нас такое раз в неделю. То есть я не говорю о том, что у моего сына запрет на все вкусняшки. Я живой человек, я понимаю, что это тоже очень важно. Я именно о том, что нужно закладывать вот этот момент контроля в человека, чтобы он себя потом не распустил. Потому что мне кажется, что именно от вот такой разнузданности алкоголизма очень много, какая-то склонность к вредным привычкам. Я просто знаю столько молодых парней, которые загубили свою жизнь тем, что они себе слишком много позволяли. Я считаю, что у мужчины вообще не должно быть свободного времени много. Алена, если так случится, что у вас будет дочь, вы как будете воспитывать ее? Так же, как сына, с точки зрения пищевых привычек? Нет, здесь в этом вопросе я немножечко сексистка и сама над собой иронизирую, что я в этом вопросе сексистка, потому что на мужчин я возлагаю ответственности больше. По поводу фигуры, питания, отношения к жизни, отношения к своей гигиене, к красоте, да, то же самое. Нужно знать, что такое самоконтроль, быть дисциплинированным человеком, но девчонок, я бы девчонку баловала больше, у нее было бы больше свободного времени, меньше нагрузок. Вот. Больше сладкого? Ну, столько же, сколько у моего сына. Вот я перед тем, как к вам ехать, мы с ним пастилы навернули. Это я только про тирамису вам сказала. Сейчас еще пастилы! Сейчас всеобщее обсуждение. Пастилы! То есть натурально на пектине, не содержащего никакого белого сахара. Пастила обычно всегда просто из фруктового сока. Замечательно. Спасибо большое. Я предлагаю услышать сейчас Лику. В третьем раунде я особых разногласий не услышала, и поэтому я все-таки склоняюсь к выбору точки зрения Дианы, опять-таки потому, что она обращалась к статистике и исследованиям. А вот по поводу Алены я хочу сказать, что мне, конечно, иногда слушать очень тяжело, но я понимаю, потому что, возможно, есть что-то общее у нас, так как я нахожусь в медийном пространстве, и там есть свои правила. И вот, например, когда я вижу себя в кино, мне кажется, что я там полная. Потому что, есть такие параметры, которые сейчас... Стандарт. Стандарты, да. И вот как раз-таки, когда я себя вижу, у меня происходит моральный дискомфорт. А когда я начинаю, чтобы у меня был моральный комфорт с точки зрения моего веса, у меня происходит физический дискомфорт, потому что начинаю худеть. Это так. И когда мы заложники. Начинаю худеть, у меня происходят проблемы с желудком, с настроением, с гормонами. И вот я заложница того, что с одной стороны мне нравится быть худой, а с другой стороны та худоба, которая сейчас в моде, так скажем. И на экране. Да, мне она не свойственна. Мне свойственна другая степень худобы или, там, не знаю, нормальности. И вот здесь как раз-таки я хочу сказать, что нам с Аленой есть над чем работать в плане того, чтобы не винить себя за тирамису, за пастилу, еще за что-то, а жить и получать удовольствие. Мне кажется, Лик, это замкнутый круг. Да. Конкретно в нашем с вами случае. Либо мы занимаемся карьерой и придерживаемся правил и стандартов, потому что не хочется быть самой толстой именно на экране. Для жизни я понимаю, что я нормальная. Но вот я сейчас, поучаствовав в проекте, я смотрела на других девчонок, смотрела вот так на свой зад и думаю, господи, это иду вот так вот просто, как из мультфильма этот бегемот. Так может быть как раз-таки бодипозитив, который будет развивать
развивать в девочках и в мальчиках с самого детства вот именно принятие себя, мы не будем заложниками, потому что нам будет все равно. Когда мы будем себя принимать, мы будем деградировать. Все равно человек должен становиться лучше. Ведь мы живем такую короткую жизнь. Хочется прожить ее в здоровом, красивом теле. Если вы меня увидите, я буду на 5 килограмм больше, ну, по весу, я не стану ужаснее. Но те стандарты, которые есть сегодня, делают меня уже немножечко выходящей из них. И поэтому я не стану ужаснее. Просто мне будет по здоровью это полезнее. Но сегодняшние стандарты мне говорят, что нужно так. И они идут как в сторону полных, так и в сторону худых. То есть ты от того, что ты худой, тоже можешь очень сильно страдать из этих стандартов. Поэтому вы выглядите прекрасно, и если вам комфортно жить вот так, как вы говорите, я все время на «вы», на «ты». Да, можно на «ты». Вот в таком узде. Это ваш выбор. Но мне нравится, что бодипозитив говорит о том, что живите, получайте удовольствие. Потому что здесь две такие грани. Принимать себя или жить в узде. Давайте вот золотая середина. Я как бы за золотую середину. Принимайте себя и не уходите в крайности. Спасибо большое. И принимайте других людей. А тебя замечу, что все наши гости, Диана, Лика и Алена, выглядят прекрасно. Спасибо большое. Спасибо. Я, Михаил Гензелев, прощаюсь с вами и напоминаю, каким бы ни оказалось ваше окончательное решение, помните, что это ваша жизнь, и никто не вправе навязывать вам собственное мнение.